Старинное здание городского дома культуры, которое было построено в 1904 году, сегодня переживает второе рождение. С сентября прошлого года трест «Гродногорстрой» проводит реконструкцию строения, которая должна завершиться уже этой весной. Основные ремонтные работы окончены, осталось сделать последние штрихи. Ведутся работы сейчас, как вы видите, по благоустройству вокруг здания. Даже, можно сказать, завершаются. Внутри здания, внутри помещения укладывается паркет, лепнина наклеивается, плитка укладывается на полы. То есть работы движутся, приближаются к завершению. Планируем, устанавливается столярка. Значит, планируем завершить ремонт или реконструкцию объекта в апреле месяце. На реконструкцию городского дома культуры было выделено 23 миллиарда рублей. Однако на завершающем этапе ремонта появились проблемы с финансированием. Строители еще ждут перекрытия для лестниц, зеркала, гимнастический станок, люстры и другое. Самый сложный из работ был ремонт старых деревянных перекрытий, а также восстановление облицовочного кирпича. Ведь по плану строители должны были сохранить первоначальный фасад. Многое изменилось и внутри дома культуры. Зрительный зал. Он, в принципе, по размерам остался. Единственное, что балкон, добавились места на балконе. Общая вместимость, насколько я знаю, 248 мест в этом зрительном зале. Значит, появился гимнастический зал, сцена, репетиционный зал, гримерная, ну и другие помещения, которые, соответственно, для нормального функционирования этого здания, значит, построены. Гимнастический зал, дополнительные гримерные комнаты и, конечно же, обновленный концертный зал. Все это гродницы скоро смогут оценить. Ведь афиша событий после открытия наверняка будет всегда заполненной и разнообразной. Юлия Косила, Юрий Дубовик, новости Гродно+.